Всем здравствуйте, это прогноз погоды на четверг, 16 февраля. На территории Кировской области ожидается переменная облачность, местами возможен снег. В Кирсе, Слободском и Котельниче днем обещают минус 9 градусов, в Вятских Полянах минус 4, в Нолинске минус 7, в Уржуме минус 5, в Яранске минус 8, в Лузе минус 6 градусов. В Кирове в четверг обещают пасмурную погоду и небольшой снег. Минус 4, минус 3 градуса днем, минус 10, минус 9 ночью. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 82%. Ветер восточный до 2 метров в секунду. Световой день продлится 9 часов 24 минуты. Луна убывающая. Это был прогноз погоды на четверг, 16 февраля.